Кирилла в спорт привели родители. Первоначально купили турник для подтягиваний. После этого родители записали своего ребенка в футбол. Это дало свои плоды. Кирилл попал в команду ГТО по Ульяновской области. Летом, когда была возможность, каждый день сюда ходили, тренировались. Она поможет прогрессировать, развивать результаты и сдавать на более высокие знаки отличия ГТО. Более 200 человек из базарного Сызгана зарегистрировано на сдачу ГТО. К выполнению приступили 170 человек. Спортплощадка оборудована турниками, брусьями, скамьей для пресса и наклонов, велотренажером, кардиотренажером, силовыми тренажерами. Для исключения травм она покрыта специальным покрытием. Эта площадка современная. Здесь можно развивать такие физические качества, как гибкость, сила, скоростные силовые качества. Можно также следить за своим здоровьем. Здесь есть и шагомеры, есть и велосипеды. То есть абсолютно можно, любой житель может подобрать себе то упражнение, которое под телом. Спортивная площадка построена по национальному проекту «Демография» и федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». На ее строительство было выделено 2,9 миллиона рублей. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Ул. Правда ТВ.